Для приготовления легкого творожного десерта берем творог и сметану той жирности, которую вы любите. Нарезаем банан. Добавляем изюм или любые другие мягкие сухофрукты. Пару столовых ложек меда. А также корицу и ваниль. Все ингредиенты взбиваем в блендере до кремообразного состояния. Песочное печенье нарезаем крупными кусочками и выкладываем в креманку. Чередуем слоями печенье-крем. Присыпаем какао-порошком и украшаем дольками свежей клубники. Простой и нежный десерт готов. Приятного аппетита!